Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ. Прошу прощения, что тут пару дней не было нормального стабильного выхода роликов. Ну, во-первых, я тоже человек, и мне надо иногда отдыхать. Никто не давал вам гарантии, что ролики будут каждый день. А во-вторых, мы справляли день рождения отца. Поэтому, ну просто банально не было времени. Ну а сегодня мы возвращаемся к теме War Thunder. У меня накопилось некоторое количество материала, которое я хотел бы вам презентовать. И прежде всего этот материал касается самолетов. Да-да! той самой авиации, которую я использую как штурмовую. Пожалуйста, запомните этот термин. Это не штурмовая авиация, а авиация, которую я использую как штурмовую. Причем в моих кривых руках она может делать все, что угодно, что не относится к делу штурмовки. Но это, опять же, просто потому, что я летаю так, как мне нравится, а не так, как было бы максимально эффективно. В любом случае, я пытаюсь с позиции, ну, скажем, неопытного пилота, с позиции, может быть, мейн танки Рассказать о тех самолетах, с которыми я столкнулся, на которых я провел некоторое время. И, в общем-то, для вас просто вот обычный рассказ. Это нельзя считать каким-то прям гайдом, как нужно играть, ни в коем случае. Возможно, это даже вы даете мне советы в комментариях, поэтому не примените воспользоваться возможностью и рассказать, что я хоть и летаю, возможно, даже летаю, а не просто падаю камнем вниз. Но есть какие-то тактикульные советы, которые можно использовать. Это я только всегда за. Ну и и не забудьте также про возможность поддержать канал, поскольку один я с этим никак не справлюсь. Мне нужна в этом ваша помощь. А это значит, нужно поставить лайк, подписаться на канал. Поэтому, если вам не сложно, то, конечно, поддержите канал подобным способом. Это позволит ему развиваться гораздо быстрее. Итак, теперь же мы перейдем к теме сегодняшнего обзора. Это P47D25, а именно Thunderbolt самый первый Thunderbolt, с которым вы столкнетесь. Ну, вернее, столкнетесь вы с ними, наверное, раньше, играя на другой технике. Имеется в виду тот, который вы сможете пощупать, скорее всего, первым. Этот Thunderbolt находится на боевом рейтинге 4 и 3. Он у меня был уже очень и очень и очень давно, но так как я мало уделяю времени авиации, мне не слишком интересно играть на ней именно в реалистичных, например, самолетных боях, а штурмовики я тоже беру далеко не всегда, он как-то пылился в Гарри. Но потом у меня время от времени все-таки случались какие-то ситуации, когда я на нем вылетал. Материал потихоньку накапливался. Это ни в коей мере не означает, что на этом тандерболте я научился играть и могу сейчас сказать вам, что вот кого он обгоняет, с кем нужно как играть, виражиться и так далее. Но какие-то общие черты передам. Во-первых, тандерболты, в принципе, все самолеты довольно тяжелые, и это, мягко говоря. Соответственно, это далеко не истребитель, хотя по внешнему виду можно об этом подумать. И прочитав карточки истребитель, вы скажете: ну вот, это же истребитель. По факту нет этот самолет достаточно тяжел для того, чтобы с кем-то повиражиться. Он, в принципе, тяжело справляется с ролью истребителя, такой привычный, если мы говорим о бамблуа рядом с танкистами, то есть на низких высотах. Это высотный истребитель, он должен там где-то с бобрами летать на высоте в стратосфере 8 километров и наслаждаться. К сожалению, в игре, особенно если мы говорим про штурмовку, а я сейчас говорю только с этой позиции и никак иначе, Thunderbolt уже тяжелее. Нужно крутиться и вертеться и все время следить за полем боя. Но у Тандерболта есть огромное количество возможностей, как себя все-таки вести на поле боя. Первая и самая главная возможность у Тандерболта это, конечно же, использовать его как штурмовик. Это все дело подразделяется на две категории, в зависимости от количества накопленных очков. Первое это использовать свое курсовое вооружение, а это, между прочим, ни много ни мало а 8 пулеметов Браунин, крупнокалиберных, с боезапасом просто конским 3400 патронов. Такой дождь из-за свинца не оставляет равнодушным никого. Особенно если мы попадаем на боевой рейтинг около 4,3. Немцы, это просто конец. Вы можете их расстреливать в крышу и ни о чем не переживать. Лента для наземных целей пробивает у нас 25 мм на 100 метрах, и этого в целом достаточно для того, чтобы уничтожать вражескую технику. Но более того, я абсолютно уверен, многие пилоты берут Thunderbolt практически в любые сетапы. Почему? Чуть позже мы об этом поговорим. Далее у Тандерболта, естественно, есть возможность штурмить не только с помощью пулеметов, хотя браунинги это наноимбы, есть все-таки что-то более эффективное. Это, конечно же, бомбы и ракеты. Ну, ракеты в текущей ситуации игры, конечно, не так эффективны, а вот бомбы очень даже. И здесь у нас невероятная бомбовая нагрузка. Это, например, в максимальной комплектации две бомбы по 1000 фунтов и одна 500-фунтовая бомба. Сбрасываются они, к сожалению, в два захода, но, тем не менее, скорее всего, это два 2 гарантированных фрага, даже если штурмите вы, ну, довольно криво. Ну, один так точно, особенно если вы попадаете двумя тысячи фунтовками, оттуда уйти очень тяжело. В целом, естественно, играть на бомбах очень просто, подлетаете, скидываете, уничтожаете. Причем самое главное преимущество бомб, то что вы мало времени находитесь у поля боя. Банально, если появляются зенитки, они могли вас еще не заметить и не начать вас поливать. Даже если вы появились, когда уже есть вражеские самолеты, вас тоже могут не успеть сбить, поскольку у вас еще есть энергия, которую вы, в общем-то, банально получили при спавне в воздухе. Ну, естественно, вы можете уйти на энергии, поскольку Thunderbolt, как тяжелая машина, супер хорошо чувствует себя в пикировании. У него прекрасная скорость флаттера, то есть, ну, там можно чуть ли не под 900 километров уходить и спокойно отвалить от всех, кто находится на данном боевом рейтинге. Ну и, конечно, это просто, даже если вы раньше всех заспавнились, то скинули бомбы, ушли на филд. Никто не знает о том, что вы существуете, противники могут банально растеряться. Ну, потом прилетели, опять две бомбы скинули, быстро, и ушли. И это эффективно. С другой стороны, есть еще ракетная нагрузка. Хвары эффективны на самом деле сейчас только против легкой техники. Забрать кого-то тяжело бронированного типа пазика или что-нибудь такое, это относительно еще тяжело бронированное, я молчу про КВ, всякие там и прочее-прочее, не очень просто. Если мы говорим про эффективность хваров, то, наверное, можно брать их против немцев, действительно. Там какие-то фраги можно ими сделать, особенно если штурмить довольно аккуратно. Один-два фрага за э, весь набор ракет, их 10 штук, то есть 5 пусков. За 5 пусков можно сделать пару фрагов, если это такая вот средняя техника, типа панцеров четвертых. Если же вы попадаете против советов, забудьте о хварах, не берите их, они дополнительно утяжелят самолет. Они вам будут не нужны, потому что кавышки вы не убьете, 34-ки тяжело, исы, не дай бог, еще какие-то. Все, это прям вешайтесь, они не убиваются. Так вот, поэтому бомбовую нагрузку считаю предпочтительной хвары. Можно их брать, как бы спавниться с ними, отстрелить, если невыгодная ситуация, либо просто смотреть от сетапа. И в итоге э, мы получаем супер вариативный штурмовик, который может действовать абсолютно по-разному за счет разных, конечно же, комбинаций нагрузки, бомбовая нагрузка прекрасная, ракетная тоже есть, пулеметы великолепные, к вооружению вопросов нет. Что по каким-то возможностям боя против других самолетов? Если мы говорим, конечно же, о противодействии в штурмовых боях, а там большинство летчиков не такие опытные, Тандерболт показывает себя действительно неплохо. Плюс маркеров нет. Естественно, кто кого заметил, тот того и убил, скорее всего. От Тандерболта, если у вас есть уже какой-то маломальский Скилл-стрельбы увернуться практически невозможно, если вы подобрались незаметно. То есть одна очередь из Браунингов, и все. Вооружение просто вражеские самолеты разрывает. Причем, в буквальном смысле, даже на наземных целях, то есть, ну, имеется в виду, если брать ленту наземные цели, вообще никаких шансов ни у бобров, ни у истребителей, ни у кого. Парой пуль запил, все, противник уже, считай, выведен из строя. Тем более, очень часто пули эти поджигают. Но есть проблема. Если вы за 1-2 захода противника не уничтожили, дальше будет тяжело. Так как вы, скорее всего, штурмили и потеряли энергию, Thunderbolt оказывается в невыгодном положении. Он тяжелый и тяжело на нем навестись на цель, если у вас уже потерянная энергия. Но ну и тем более уйти от врага уже становится невозможно практически. Если потеряна высота, с высоты вот мы прекрасно. Просто прыгаем вниз, грубо говоря, в пикирование, и никто не догонит, скорее всего. Но вот если дело касается горизонта, то тут многие нас уже могут догнать и избить санами тряпками. Может быть не так быстро, но тем не менее с этим они справятся. И хотя максимальную скорость в карточке 700 км в час, но это на высоте 9000 метров. Поэтому не особо на это рассчитывайте, у земли она действительно сильно меньше. Время виража, к сожалению, тоже очень плохое. Маневрировать на Thunderbolt тяжеловато. Он в целом послушный, но как только скорость ниже там 400 км в час, его начинает болтать. Ну, просто банально, вероятно, за счет большой массы и скажем какие-то маневры уклонения и это все сделать тяжеловато у него не затяжеляются особо рули он довольно ну так скажем отзывчив на органы управления но как только дело касается малых скоростей, то какие-то резкие маневры делать просто опасно, иначе его сорвет. И до свидания. Ну и вы просто банально можете не успеть вырулить. Это тоже, кстати, касается выхода из пикирования. Будьте аккуратны, не позволяйте жажде каких-то фрагов затмить свой разум, иначе, скажем, этот вылет станет последним. И вы просто влетите в землю или в дерево, скорее всего, потому что так как рули высоты нормально работают, в землю-то тяжело впечататься, а вот какое-нибудь дерево потом поймать. Потому что уклониться около Земли уже практически невозможно. В этот момент он не поворачивает практически. Уже будет проблематично. Вы скорее всего улетите в ангар. Ну и то же самое касается опять же боя с вражескими самолетами. Потеряли скорость, энергию. Вот этот свой первый, второй шанс захода, проходов на рельсах, условно на скорости. Все. Скорее всего, противник вас дальше уничтожит, если у вас нет шанса какого-то на скорости все еще уйти на фил. Большинство противников, если это не двухмоторные штурмовики, вас перекрутят. Кстати, мне кажется, и некоторые двухмоторники могут. Но в целом переиграть врага можно. Просто нужно действовать по двум простым правилам. Во-первых, у вас должна быть либо высота, либо энергия. Все. Если у вас есть хотя бы что-то из этого, то чувствуете вы себя неплохо. Лучше, конечно, если есть высота. Причем многие жилетчики в штурмовых боях вообще даже не парятся по поводу есть кто из врагов на самолете, нет. И вы можете отыгрывать роль истребителя-защитника просто ждете, пикируете, уничтожаете. Можно даже играть не от пикирования, а просто работать на проходах. Как только Thunderbolt набрал скорость, он становится просто неудержимым локомотивом, и догнать его на проходах практически невозможно. А значит и подставиться вам, как игроку, даже если вы очень неопытный, будет тяжело. Вообще, чем опытнее, конечно, пилот, тем больше он сможет сделать на Thunderbolt. Е. Его возможности в штурмовке и в завоевании доминирования над полем боя в воздухе огромные, особенно если ты не один на Тандерболте, а с тобой есть кто-то из союзников. То есть если у вас есть отряд из трех человек на Тандерболтах, я думаю, вражеской команде просто конец. Но для этого нужна определенного рода, конечно, концентрация и смекалка, потому что у Тандерболта есть слабые стороны. Если вы просто слишком неопытные и не знаете, с кем можно попытаться поиграть в догонялки, с кем нельзя, с кем можно покрутиться, с кем нельзя, как лучше заштурмить наземку, да, когда лучше от этого воздержаться, то, естественно, будете отлетать в ангар довольно часто. Но даже в руках неопытных пилотов или профильных танкистов Thunderbolt это оружие смерти, поскольку гарантированно пара фрагов у вас будет просто банально за счет бомб и ракет. А дальше вы можете использовать его при помощи пулеметов, как штурмить наземку, тоже можно, и тоже танки отлетают так и пытаться уничтожать вражеские самолеты и делать это более чем успешно. Такое какое-то мое мнение по P-47 Thunderbolt модификации D-25. К сожалению, слабо известно для меня, чем они различаются, но, ну, возможно, когда-нибудь я сделаю и о следующих модификациях, вероятно, там просто более мощные двигатели, возможно, другие варианты подвесов. Но, как по мне, даже первый Thunderbolt уже подарит вам ощущение того, что вы доминируете, властвуете и унижаете. Это реально один из лучших штурмовиков Тундры, поскольку это такой штурмовик с замашками истребителя, который при определенной сноровке может выполнять и ту, и другую задачу, и с обеими справляться на высшем уровне. На этом на сегодня все. Всем спасибо, что смотрели данное видео. Пишите, что вы думаете по поводу тандерболта. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.